Друзья, всем привет! И мы начинаем новую интересную игру «Мишки, мимимишки». Итак, давайте-ка, друзья, пойдемте-ка посмотрим, попробуем разобраться с этой игрой. Итак, наш вот этот медвежонок может вот так вот отлично бегать, бежать по миру и выполнять всякие задания. Итак, вот нашли мы какую-то вот интересную такое задание. Давайте-ка посмотрим, что же здесь надо сделать. Ага, ну тут, наверное, все очень просто. Тут нужно листья вот эти поубирать. Итак, у нас есть метла. Итак, убираем, убираем листья. Вот такой вот интересная площадка у нас. Убираем, убираем листья. Здорово. Все у нас получилось. Убрали. И что у нас? Какая-то награда будет? Сейчас посмотрим. Так, вот по стрелочке можно бежать сюда. Ну, давайте-ка побежим по вот этой дорожке. Ага, вот какая-то звездочка. Вот, здорово. Ага, даже Мишка наш может летать на воздушном шаре. Вот как здорово. И куда же мы прилетим? Вот, прилетели сюда. Ага, вот еще звездочка вижу. Вот, давайте-ка соберем. Я видел... Стрелочка была. Ой. А что это он слепил? Смотрите, как забавно. Какую-то сову слепил. Здорово. Так, ну давайте-ка по стрелочке побежим, посмотрим. Ага. А что это, кстати, за задание было? Ага, вот. Ну пока звездочку давайте-ка соберем. Ага, вот. Потанцевал немножко. Вот, а теперь задание давайте-ка выполним, посмотрим, что здесь нужно сделать. Ага, вот, друзья, нужно сложить какую-то интересную ракету, но давайте-ка попробуем. Вот, передняя часть, сейчас поставим стабилизаторы, вторая часть с иллюминаторами, подставка, вот финальная часть, а вот это что за кусочек? Ага, это... Не... Ага, это дверца была, друзья. Вот, здорово. Вот такую вот замечательную ракету сложил наш мимимишка. А сейчас давайте-ка поможем ему сделать вот такую вот интересную машинку. Передние, задние колеса, дверца. А вот это что за сирена, такая мигалка? Здорово. Вот такая вот замечательная... Розовая машинка получилась. Ага, и еще кораблик помочь создать. Сложить, здорово. Поможем тебе с корабликом. И еще мачта осталась. Здорово. Вот такой вот интересный кораблик. Так мы уже слаживали ракету. Мы же только что слаживали ракету. Или это другая? Да нет, по-моему, та же ракета. Все. Так, друзья, это уже не нравится. Давайте-ка вернемся назад. Мы сложили и ракету, и машинку. Достаточно. Так. Или там какое-то другое было условие. А ну-ка, может, что-то надо было почитать. Давайте-ка посмотрим. А ну-ка. Вот, машинку, ракету сложили, кораблик. Еще какой-то кораблик. Ага, и всякие устройства. Но они, вижу, заблокированные. Или нужно, чтобы они... Вот. Что-то не совсем понял, друзья. Если вы кто в курсе насчет этой игры, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну, давайте-ка сложим еще вот этот парусник. Посмотрим, что там дальше даст. Вот так. Мачта, паруса. Все здорово получилось. Да, вот такой вот замечательный кораблик. Нет. Ну, ракету мы уже слаживали, не будем слаживать. Давайте лучше попутешествуем по миру. Посмотрим, что там интересного будет. Так, итак, бежим по стрелке. Вот, кстати, звездочку давайте соберем. Вот, здорово. Ой, ой, куда же ты, мимишка? По стрелочке нужно было бежать. А ну ничего, давайте-ка. Отлично. Ну, давайте-ка побежим по стрелочке, посмотрим, что там. Ага, вот, кстати, еще звездочка. Почему-то не может взять, вот. Отлично. Ага, вот. Вот как он здорово умеет лепить. Отлично, друзья.
Так, бежим. А, смотрите, здорово, какой-то лисенок отдыхает. Так, какая-то реклама мини-игр. Вот так, вот, здорово, вот. Ага, взяли друзья звездочки и можем покататься на вот такой детской горке. Здорово. Хорошо, бежим, бежим, бежим. Ага, вот. Давайте звездочки соберем. Собираем звездочки и выполняем всякие интересные вот такие задания. Лепим всяких героев. Вот так замечательно. Еще вот эту звездочку возьмем. Вот, отлично. Ракета, наверное, будет. Да, здорово. Посмотрите, как здорово получилось. Хорошо. Вот задание. Ну, давайте-ка сразу сложим. Вот эту звездочку возьмем. Ой, какая интересная игра. Друзья, если вам эта игра понравилась, пожалуйста, пишите в комментариях. Ага, вот, еще его, смотрите, как... Ой, бедняжечка. Немножко уж слишком раскачался, но ничего. Итак, давайте-ка попробуем еще сделать какое-то задание. Итак, что здесь? Ага, вот, друзья, мы сейчас с вами сделаем ежика. Пришьем пуговицы. Только здесь какая-то зеленая пуговица. Ага, вот носик. Ага, вот сюда вот эту. Ага, вот так. Еще скрепку, какую-то пружинку. И ножки вот такие. Да, здорово. Посмотрите, какой забавный еж получился. Отлично. Ну а сейчас попробуем сделать рыбку. Так, пока вот так головку. Туловище. Хвостик. Вот так замечательно. А скрепок сделаем плавники. Вот. А с глазу пуговицу. Очень здорово получилось. Вот такая вот интересная рыбка. Ага, еще домик мы можем сложить. Крыша, труба и два окна. Вот, очень замечательно. Вот такой вот чудесный домик. Так, это уже у нас было. Давайте-ка посмотрим, что тут еще можно слаживать. Ага, дальше у нас закрыто. Закрыто. Итак, друзья, дальше будем разбираться. Итак, давайте-ка посмотрим, что там еще у нас есть. Так, следующее задание. По стрелочке побежали, побежали, друзья. Вот так, здорово. Бежим, 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 собираем. Ага, вот следующее задание у нас. Вот так. Посмотрим. Итак, следующее задание у нас. Нужно побирать в комнате. Итак, берем. Ага, вот медвежонок. Убрали. А дальше что нужно делать? Ага, вот вижу рыбку на место. Потом. Что же нам еще нужно убрать? Посмотрим сейчас. Какой-то вот есть тортик. Вижу пустое пространство. Но где этого тортика взять, непонятно. Книгу. Книгу, по идее, на полку. Нет. Ага, вот тортик. Вот, получилось. Вот картину сюда. Здорово. Ага, вот картину, вот книгу на полку. Да, здорово получилось. Поубирали в комнате. Отлично, хорошо. Так, продолжаем. Продолжаем, друзья. Ага. Стоп. Еще какое-то условие? Ну, давайте-ка попробуем. Так, ну мы как бы здесь уже были, немножко по-другому. Ну, давайте быстренько все соберем. Так, вот шапку на место. Медвежонка на картинку и вот эту картинку. Здорово. Отлично. Ну все, получилось. Еще раз убрали в комнате для нашего любимого мимимишки. Так, здорово. Итак, друзья, куда нам дальше бежать? Вот, смотрите, встретили приятеля белого. Ага, тут еще, оказывается, и другим медвежонкам можно бегать. Здорово. Хорошо. Так, ой, смотрите, нашли звездочку. Здорово. Ой-ой-ой, бедненький. Бедненький медвежонок. Отлично. Так, куда дальше побежим? Давайте-ка, друзья, побежим где-то в другую сторону или сюда. Но сейчас посмотрим. Ага, вот. Кстати, еще какое-то задание выполнить можно. Так, рыбка. И что с этой рыбкой делать?
Вот так. Ага, кормить рыбку. Вот так. Вот здорово, отлично. Вот так кормим ребёшку. Вот такая вот интересная игра, необычная. Вот так, здорово. Кормим рыбку. Хорошо. Продолжаем. Вот так. Очень здорово, очень хорошо, отлично. Да. Хорошо, здорово, здорово. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Ой-ой-ой, сколько вас, сколько этих рыбок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько, какое множество. Не справляюсь просто. Вот так, да. Вот так, и еще вот так. Хорошо. Вот так, замечательно. Отлично. Большое количество, но ничего. Здорово, кормим. Вот так, да. Отлично, здорово, друзья. Хорошо, кормим. Вот так, да. Здорово, отлично. И еще вот так. Да, замечательно. Отлично. Хорошо. И еще вот так. Здорово. Отлично. Кормим. Вот так. Да. Отлично. Здорово. Хорошо. Продолжаем, друзья. Вот так. Отлично. И еще кормим. Хорошо. Вот так. Здорово. Отлично. Вот. Ага, это было последнее ведро. И у нас 116 рыбок. Не знаю, плохо ли это или хорошо, но как-то вот так получилось. Хорошо. Итак, куда нам дальше бежать? Непонятно. Так, кстати, вот нашли мы звездочку. Отлично. Но это, наверное, Мишка ягоды будет собирать. Вот, точно. И что? Так, ну бежим по стрелке, бежим, друзья. Оббежим пока вот этот огород. Вот, куда же нам дальше бежать? Вот так. Вот сюда бежим. По дорожке. Уже не по дорожке. Ага, вот, нашли звездочку. Отлично. Какой-то театр. Здорово. А, кстати, туда нельзя зайти. Вижу, стрелка как бы туда. А, нет, уже в другую сторону. То есть нашли звездочку и бежим дальше. Бежим дальше по стрелочке. Вот, посмотрим, что же там. Ага, вот. Еще одна звездочка. Ой-ой-ой, какой морской монстр. Ужас. Испугал бедного мимишку. Так, куда нам дальше, интересно, нужно бежать? Так, ага, вот, кстати, еще звездочку нашел. Отлично. Так, здорово, потанцевали. А куда же нам дальше бежать? Вот, кстати, еще одну звездочку нашли. Вот такая вот интересная, веселая игра. Итак, друзья, если вам эта игра понравилась и вы хотите смотреть продолжение приключений нашего любимого Мимишки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, и я с удовольствием для вас сниму продолжение. Да, вот такая вот чудесная и замечательная игра, и на этом мы будем сегодня прощаться. Итак, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока!